На работу на велосипеде химчане присоединились к всероссийской акции. Госслужащие, бизнесмены, работники предприятий и молодежь. Сотни жителей городского округа сменили личные автомобили и общественный транспорт на велосипед. Так и до работы доехать быстрее и насладиться хорошей погодой можно. Я принимаю участие, потому что я катаюсь на велосипеде. Для меня это не страшно, не сложно. Это с детства такая привычка воспитана. Я, конечно, не профессиональный спортсмен, не велогонщик, но, тем не менее, с удовольствием выходные, свободное время, находясь на отдыхе, мы берем велосипеды. Химки по праву можно назвать спортивным муниципалитетом Подмосковья. Здесь одна из самых длинных велотрасс в регионе – более 15 километров. В этом году власти планируют открытие еще нескольких велодорожек.